Коротко, это эстет хуев. 7 пятниц на неделе, а туда же Пикассо, Гогены, Хуены, о святое искусство, а ведра мусорного за собой вынести не догадался. Не до того. Всю сознательную жизнь мечется в поисках светлого идеала, поэтому времени на то, чтобы научиться готовить или пришивать пуговицы, не находит. Склонен подставлять задницу, причем делает это исключительно из-за мазохистической любви к человечеству, а не с желания приласкать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае, потому как мозг и весы умеют выносить лучше всех остальных знаков вместе взятых. Находится, сука, в постоянном когнитивном диссонансе. Ребята, на канале новый видосик. Для тех, кто не класснул и не зашел на канал и не посмотрел, пожалуйста, зайдите и гляньте. Там очень много всего интересного. Там я рассказываю про то, как я зарабатывала в детстве, про Марьяну Ро и, в общем, много всего интересного. А еще хочу объявить новый лайк-тайм. С вас лайки на мои фотографии и комментарии. Чем больше, тем лучше. А я лайкаю вас рандомно, самых активных. Смотрели сегодня с ребятами фильм «Худею». И знаете, на середине фильма я просто отложила свой попкорн под кресло и не смогла его доесть, потому что мне стало так... Знаете, как будто бы... Ну, не знаю, мне стало так неудобно. Я вообще больше есть не особо хочу, чечевицу кушать. Так вот, фильм классный. Сходить разок можно посмотреть, посмеяться, попереживать. В конце даже, может быть, чуть-чуть пустить слезу. Я не всплакнула, но такое было возможно, если бы я была чуть более настроена. Так что посмотрите. А я сейчас покушаю, отдохну и, наверное, выйду в прямой эфир. Как вам такое, хотите или нет? Да, нет, да, нет. Придете? Ребят, только не спамьте, пожалуйста. Давайте договоримся под одной фоткой, максимум 3 комментария. Окей? Я всех и так прекрасно вижу. Просто спам, он прям, ну, бесит. Вот так вот нужно делать подарки. Посмотрите, значит, курьер сейчас мне такой приносит этот шар. Я говорю, здравствуйте, а что это? Шар просто огромный, ну, типа, очень большой, видите, да? Он, ну, с половиной меня. И там палетка! Смотрите, какой здесь милый бантик. Блин, мне так жалко его сдувать. Ну, я хочу достать палетку. Ну, шар такой прикольный, но там палетка. И, блин, тяжелый выбор. Что делать? Дело в том... что я не умею развязывать вот эту штуку. Не завязывать, не развязывать. А лопать вот это вот, мне страшно. Блин. Да, я, конечно, совсем не подумала о том, что будет бау, конфетти, когда я его взорву. Я все-таки его лопнула. Посмотрите! Но было красиво. Блин, почему я не додумала заснять? Ладно, давайте посмотрим палеточку. А пришла ко мне просто потрясающая палеточка от Makeup Forever, которая называется Starlit. Посмотрите. Сейчас мы откроем вместе с вами и посмотрим. Посмотрите, как красиво блестит все. И Нариану, которая в шоке до сих пор. Дарья. Вот. И на тенюшечке, которая здесь. Боже, какие превосходные цвета. Слушайте, ну я просто в шоке, в приятном шоке от этой палетки. Во-первых, я никогда не видела настолько пигментированных цветов. Вот сколько всего перемазала на свое лицо и сколько у меня дома палеток, такого я еще нигде не видела. И они не осыпаются. Цвета превосходные, ложатся как по маслу. При этом ложатся еще и куда надо. То есть, если вы не особо умеете краситься, вот, допустим, как я, да, с тенями, ну, не дружу. Ну, получилось так, как будто бы я умею это делать, ну, мне так кажется. В общем, я очень довольна. Я давненько не была в таком восторге от косметики. Эта палетка абсолютно точно то, что стоит каждому попробовать. По крайней мере, как минимум затестить, потому что, ну, ребят, вот это пока мой фаворит. Хочу теперь все палетки от Make Up For Ever. Ну, а я сейчас уже уезжаю на концерт «Прекраснейшей луны». Я так долго ждала этого дня. Ура! Я хочу.
хочу тебе открыться и с тобой раствориться. Ласково и кротко хожу легкою походкой. Приезжаю сюда и чувствую, как вы все, ну, еду в метро, понимаете? Вот Москва слезам не верит, что у меня все получится. Я вас всех понимаю, ребята. Я прям...
Да, атмосферно? Да. Круто, давай. Наведем атмосферу немного. Можно? Да, ты меня пойду. Кто это у нас уже поправился до 7 килограмм? А, Кивусик, ты с сегодняшнего дня, он теперь на диете. Вот сходили к врачу, прописали диету. Будем Мяу? Риана? Мяу? Сучка-игнорщица. Мяу? 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 Риана? Мяу? Сучка-игнорщица. Мяу? On the Nokia series, face all your fears, think it at me. There's so many donuts on my. Не, Кросс не хватает, а ты не родственник. И да, сразу да, вот такое отношение. Да, 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 мне говорят, что ты не сто, но я тебе рассказываю.